Алло? Добрый день. Вы позвонили в службу доверия. Я в первый раз, я, честно говоря, даже не знаю, о чем говорить. Соединяю с психологом. Я здоровая, красивая женщина. И даже, можно сказать, замужем. У меня хорошая работа, и я общаюсь с большим количеством людей. У меня практически нет свободного времени. Нет, я не одинока, что вы. У меня все отлично. Неожиданно, да? Я слушаю вас. У Лидки было все то, о чем я мечтала. У нее была дружная семья. Родители ее баловали, как только могли. Они ее просто обожали. Я завидовала ей по-хорошему. А ее отец? Это... Иногда такое чувство бывает. Такое безумие, что... Но молоденькие девушки, они часто испытывают некую привязанность к более зрелым мужчинам. Я тогда не могла поверить. Взрослый мужчина, отец моей подруги. И вдруг он... Вдруг перевернулся мир. Я не знала, что говорить, как себя вести. Вы знаете, вы первый человек, кому я говорю об этом. Я хочу пригласить вас в кафе. Меня никто никогда так не слушал, как вы. Почему вы не назначили мне встречу? Я заплатила деньги. Вы же все испортите. Существует этика. Определенные правила, в конце концов. Вы знаете меня больше, чем кто-либо. Зачем вы прячетесь от меня?